За окном несет воды Енисей. Утро март, мороз, река парит. Правый берег в сопках во всей красе. В общем, из окна обалденный вид. А я был здесь давно, пронеслись года. Только это место вблизи Саян мне запало в душу еще тогда. 30 лет назад город Красноярск. И перелистать хочется опять в памяти моей любимые страницы. Жаль, нельзя начать, снова все начать, жизнь не повторится. Ты прости, что я снова набегу, и всего опять просто не успеть. Мне в Бобровом бы побывать в лагу, да еще тебе свои песни спеть. И у часов, где много цветных огней, где еще краше теперь, чем давно тогда, погулять, любуясь на Енисей, и захотеть приехать еще сюда и перелистать хочется опять в памяти моей любимые страницы. Жаль, нельзя начать, снова все начать, жизнь не повторится. За окном несет воды Енисей. Утро, март, мороз, река парит. Правый берег в сопках во всей красе. В общем, из окна обалденный вид. В общем, из окна обалденный вид. Но очень из окна обалденный вид. Спасибо. Да, 6 марта там утром было минус 27.